сегодня о том, как лошадь должна уходить от человека, если человек ее, например, отпускает, неважно куда, в Леваду, на плацу или на большом, на маленьком плацу, манеже. То есть лошадь без команды, она не должна сдвигаться с места, пока человек не даст команду. Я вот вывела Джуника из Левады и отпущу. Сейчас попробуем, чтобы он сам домой пошел. Он знает дорогу, но должен это сделать по команде. Не в момент, когда я, например, отстегиваю. Джуник, стоим. Видите, я даю команду, чтобы лошадь стояла. Отстегиваю, он будет прекрасно знать, что я его отстегнула. Вот, я отстегнула лошадь. Я ему не даю еще команду идти домой. Он должен стоять и ждать. Мы либо должны пойти вместе. Пошли, Джуник, шагаем. Вот, то есть он не должен убегать, сразу срываться со всех копыт и нестись домой. Он должен ждать команду, когда вы разрешите ему двинуться с места. Я остановилась, лошадь остановилась. Вот у меня чомбур в руках, то есть он никак не привязан. Вот лошадь стоит. Лошадь стоит, лошадь знает, что надо стоять. Молодец, молодец, не разворачивайся, стой. Можно похвалить обязательно лошадь. Похвалить лошадь, молодец, она выполняет команду. Так у лошади остается желание с вами быть рядом, а не быстренько куда-то свалить. И только когда вы разрешите лошади двинуться самостоятельно, вы ей показываете, говорите шагом, шагом, шагом. Вот. И лошадь сама должна двинуться в сторону конюшни. Притом мы говорим, каким аллюром она должна двинуться. Шагаем, шагаем. Можно сказать рысью. Джуник, рысью можно. Тихонько, сейчас скользко, и пускай он двигается. То есть я отпустила лошадь, я дала команду, и только после этого лошадь двинулась в конюшню. А не сразу, когда мы отщелкнули карабин, лошадь, сломя голову, понеслась в конюшню. Нет, обязательно должна быть команда, когда человек отпускает. Все, он пошел домой. Сейчас он чуть-чуть там должен в денниках запутаться, потому что он переставлен. И мы посмотрим, где он там. Вот, все, лошадь зашла. Он стал тут тазики чужие проверяет. Однозначно. Иди. Пойдем. Пошли, Джуник. Возьмем он. Он стал правильно возле своего бывшего денника. А сейчас он стоит чуть дальше от конюшни. Вот, молодец. Хорошо. Мы ему покажем, где, напомним, где его место. Да, открывай денник. Открывать денег. Молодец. Не надо подкормки. Иди сюда. Заходи. Вот тут ты. Ты сейчас тут живешь. Молодец. Аккуратно. Шагом лошадь не должна влетать в денег, чтобы не травмироваться. Спокойным шагом заходим. И сейчас мы разденемся. Неудобно в проходе с телефоном в руках раздевать. Обычно я его раздеваю в проходе. Так удобнее. Все, мы пришли. Молодец. И вот теперь лошадь раздета. Обязательно снимаем недоуздок, чтобы лошадь ноги в него не вставила. Сняли попону. А как воспитать лошадь, мы рассказываем в курсе, как купить лошадь и жить с ней долго и счастливо. Присоединяйтесь к нам в группу. Всем пока!